на полкилограмма жирного творога, на запеканку я беру жирный творог, я беру 3 яйца. Перемешал, беру щепотку соли. Чуть-чуть для вкуса. Далее добавляю 100 грамм сахара и пробую по вкусу. Для меня 100 грамм нормально. Перемешала. Далее грамм 100 манки. Манку я беру мелкую. Тоже перемешиваю. Уже готовую массу ввожу в формочки. Я делаю запеканку в таких формочках. Подготовленные мои формочки на запеканку уже выложила сюда массу. И поскольку я лен обожаю, для меня это сверхвкуса, самая полезность. Поэтому я одну запеканочку выложу на одну лен. Лен целый, целыми. И еще на одну я выложу молотый лен. Размолотый кофеин. И сравним вкусы. Так, у меня получится 6 запеканок. Одна с моим любимым льном, зернами. Притрусила сверху, а одна с размолотыми зернами тоже сверху притрусила. Отправляем в духовку при температуре 220 градусов на 15 минут. Такие симпатичные запеканочки у нас получились. И последний штрих – сметанка. Сверху немножечко. Это наша с зернами льна. Самый последний штрих – это сметанка. Кто любит, я чуточку посыпаю сахаром. Все, наше блюдо готово. Очень вкусно. Мне нравится. Больше всего мне понравился вот этот. Такая запеканочка. Попробуем. Самый вкусный. Рекомендую. Очень вкусно. Запеканка трех видов.